Прежде всего, конечно, те результаты голосования в Нижегородской области говорят о том, что нижегородцы проявили такую ответственность за судьбу своей страны, были активными, инициативными и использовали все возможности для выражения своего мнения. Подводя итоги, наверное, хочется отметить несколько моментов. Сначала организационные итоги. Действительно, голосование прошло открыто, легитимно, с соблюдением полностью всех норм безопасности. Если говорить про сутевые итоги голосования, то, наверное, отметила бы несколько моментов. Это, прежде всего, высокий уровень доверия нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, поддержка поправок, поддержка социального курса, поддержка суверенитета страны. Это то, что нижегородцы хотят видеть в своем будущем. И поэтому нам сейчас предстоит огромная работа, как с коллегами с федерального уровня, так и здесь с коллегами из правительства. Мы должны полностью пересмотреть все законы на предмет соответствия их тем поправкам в Конституцию, которые были приняты.